Итак, всем привет. Сегодня будем резать штамп клише. Сейчас в данный момент на станке 777-7 двухвинтовой. Мы будем выравнивать сначала плоскость заготовки на скорости в районе 15 тысяч миллиметров в минуту. И потом будем производить ее дальнейшую фрезеровку объемной. Фреза у нас шестерка, концевая, шаг 3 мм. Ну, в принципе, начнем. Начнем с меньшей скорости, потом увеличим ее до максимальной. Скорость 15 тысяч миллиметров в минуту. Вот, собственно, произошло выравнивание стола. Станок отключился. Сейчас будем начинать фрезеровку. Итак, продолжим. Выровняли мы нашу заготовку, и теперь мы можем приступать к чистовой обработке. УП-шку я уже загрузил в матч. Нули выставил. Ноль у нас идет от центра заготовки. Заготовку я предварительно расчертил для удобств нахождения нулевой точки. Обнулилось, и, в принципе, начинаем, запускаем станок. Нажимаем старт, у нас разгоняется шпиндель, 6-секундная задержка, и он приступает к работе. Первоначально у нас идет на минимальных скоростях. Ну, собственно, пошел процесс у нас обработки. Ну, собственно, вы видите обработку. Чистовую фрезой конической сферической 0,5 мм со скоростью 15 тысяч миллиметров в минуту. Ну, в принципе, дальше в видео я покажу, что у нас получилось.